В течение года в Госдуме планируют завершить работу над нормативной базой для развития негосударственной пенсии в России. Задача депутатов – усовершенствовать работу негосударственных пенсионных фондов. А кроме того, побудить россиян самостоятельно копить на пенсию. Речь идет также и о налоговом стимулировании. Негосударственные пенсионные фонды позволят гражданам рассчитывать на вторую пенсию. Завтра на заседании рабочей группы в Госдуме эта работа будет внесена в план на следующий год.